Тушение машины, спасение зажатого в автомобиле человека и эвакуация раненых с высотных зданий – все это часть показательных выступлений курсантов Академии гражданской защиты МЧС в Химках. Сегодня у этих ребят праздник – день принятия присяги. С напутственным словом перед будущими спасателями выступил личный министр МЧС Александр Куренков. Вновь и вновь вы будете повторять и закреплять пройденный материал, пока не станете настоящими спасателями. Легко не будет. Однако всегда помните о том, что оценкой ваших знаний и умений, полученных в стенах Академии, станут спасенные человеческие жизни. Руководит торжественным построением заместитель начальника Академии гражданской защиты МЧС генерал-майор Евгений Кондратьев. 376 курсантов присягнули на верность Родине. Кульминация мероприятия – торжественный марш курсантов и офицеров Академии. Поздравительным словом к первокурсникам обратился начальник Академии гражданской защиты МЧС России генерал-лейтенант Виктор Панченков. Принятие присяги – это не просто торжественный праздник, а по сути клятва защищать государство и общество. Именно после слов «служу России, служу народу» курсант становится настоящим спасателем. Воспитанники Академии гражданской защиты МЧС России готовились к этому дню более 2 месяцев. Когда я проходил мимо своих родителей и всех остальных, я очень сильно радовался. Я испытывал гордость за то, что я нахожусь здесь, то, что я нахожусь в этом строю, то, что я иду со своими товарищами, с которыми за 2 месяца уже довольно-таки сильно сплочился. Я действительно рад этому. Помимо курсантов Химкинской академии, торжественную присягу сегодня приняли и 280 студентов Академии государственной противопожарной службы МЧС России. В честь праздника всем курсантам дали увольнительные, чтобы повидаться с родными и близкими. Впереди у будущих спасателей годы сложной учебы, а затем почетная служба на благо людям. Сервер Бикмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.